Добро пожаловать на канал Hardware Info. Перед вами телефон Xiaomi Mi 11T. Сейчас я покажу вам, как на этом девайсе стереть историю браузера. Итак, открываем приложение «Настройки». В правом верхнем углу нажимаем на троеточие. Нажимаем «История». Нажимаем «Очистить историю». Выбираем, за сколько времени мы собираемся очистить историю. Нажимаем «Удалить данные». Вот и все. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь. До скорых встреч.